Приветствую вас, Ирина. Смотрите, значит, я полностью поддерживаю свою коллегу Марину Голикову в ее ответе вам. Я считаю, что она хорошо раскрыла проблематику, она хорошо раскрыла то, что вы сейчас переживаете, то, что вам нужно. Вот. Но, на мой взгляд, Марина не раскрыла несколько важных вещей, которые касаются вас, но которые здесь остались без внимания. Может быть, другие коллеги, кто ответит вам на ваш вопрос и затронут эту тему, но я, по крайней мере, вот пока что, да, я этого не видел и, соответственно, хочу об этом сказать. Значит, вы говорите о том, что 5 лет, в течение 5 лет, вы живете с мужчиной. Да, вы жили с парнем 5 лет. Надо сказать, что, несмотря на отсутствие информации о вашем возрасте, да, несмотря на то, что вы не написали, как, значит, ну, как у вас с возрастом обстоят дела, сколько вам лет, сколько ему лет, вот, несмотря на то, что вы этого не сказали, 5 лет это срок достаточно большой для отношений, вот, для любых отношений. И первое, что нужно выяснить, это то, по какой причине мужчина за 5 лет так и не создал с вами семью. Вот. То есть, почему он не стал вашим мужем, почему вы не создали семью, почему вы не поженили, несмотря на то, что предложение он вам вроде как делал. Вот. Это непонятно. Дальше. Вы пишете, что я уехала в другой город к родителям и ничто не предвещало беды. Вы знаете, меня очень насторожило то, что вы называете это бедой. Вот именно то, что вы назвали это бедой, очень сильно меня насторожило, потому что это не беда, то, что мужчина решил расстаться с вами. Я вам даже больше скажу, что это нормально, как бы вот, подобная позиция. Это естественно для людей. Это естественно, это нормально. Такое бывает, такое происходит. То есть тут нужно ориентироваться на себя, на свои чувства, на свои желания, работать именно с ними, со своими потребностями, да? Вот. Вы пишете, когда я вернулся, он сказал мне, что решил съехать, сказал, что изменился, ему нужно жить одному, из этого момента прошло более 2 недель. Опять же, очень важно то, как вы восприняли его эти слова. Конкретно вы как восприняли его слова эти. То есть вот мужчина говорит, что я больше не хочу как бы жить с тобой. По той или иной причине он чувствует, что вы его ограничиваете, вы не даете ему расти, как бы не даете ему развиваться, возможно, не соответствуете его каким-то жизненным моментам, ну, не соответствуете каким-то его жизненным приоритетам, которые всегда были,
просто человек не всегда их видел, не всегда их чувствовал, и теперь он это понял. Теперь он это осознал, по сути дела. Вот. И очень важно понять, как вы к этому отнеслись. То есть, почему для вас это беда, именно беда. Чем для вас это беда, беда, если беда. Дальше. Значит, в течение этого времени мы не ссорились, даже иногда общались. Ну, здесь как-то не очень понятно, в каком контексте вы об этом говорите. То есть, а почему вы должны были ссориться? Иногда общались, о чем общались? Кто был инициатором общения? Какие у вас ожидания были от общения, к примеру? Вчера он приехал ночью, состоялся откровенный разговор, он объяснил мне, что он изменился и понял, что мы слишком разные, что наша любовь не такая, как должна быть, что он хочет роста, ему накануне исполнилось 30 лет. Опять же, не совсем понятно, что значит накануне исполнилось 30 лет. То есть, если вы имеете в виду накануне того дня, когда он к вам приехал, то есть, по сути, вы уезжаете к своим родным, приезжаете, и через 2 недели у него должен, ну, не через 2 недели, а через 13 дней у него день рождения, на котором ему исполняется 30 лет, то разве это не является тем, что может, как вы говорите, предвещать беду? Разве это не является возможным моментом, который запустил, ну, который запустил механизм, такой вот механизм именно отдаления его от вас? Разве нет? Мне кажется, что очень даже да. Потому что, ну, объективно, если говорить объективно, то люди часто в подобном возрасте переоценивают свои какие-то взгляды, свои какие-то ценности, и, собственно, это нормально. Но вы-то говорите, что ничего беды не предвещало. Вы-то говорите, что как бы, ну, все было в порядке, и вы пишете о 2 неделях общения так, как будто это нормально. Это такое впечатление, да, что тот факт, что вашему парню исполнилось 30, тот факт, для вас ничего не значит. Я могу ошибаться, конечно, но такое у меня возникло ощущение, такое у меня возникло чувство. Дальше. Он сказал, что в это время у него произошла переоценка, и он понял, он говорил это очень уверенно. Но я не могу понять, можно ли измениться за неделю. Понимаете, дело не в неделю. То есть изменения произошли не за неделю. Изменения произошли куда раньше, просто они копились. Это вот то, о чем говорила, я полагаю, моя коллега, да, они копились изменения, просто копились, и вылились вот в такую позицию, в такую формулировку. То есть это происходило не за неделю, это происходило в течение длительного времени, просто как бы мужчина сейчас, только сейчас, мужчина, возможно, смог это понять. Изменения, как вы, в общем, правильно мыслите, да, изменения, они не могут произойти, значит, ну, быстро. Изменения не происходят быстро, изменения происходят постепенно, но они постепенно нарастают. Понимаете? Ну,
изменения постепенно нарастают, именно нарастают, достигают своей критической точки, когда человек понимает, что это уже на него влияет, и в этот момент он начинает эти изменения транслировать уже во внешний мир. Что является, в принципе, вполне адекватной, на мой взгляд, позицией и, в общем-то, довольно заботливой позицией по отношению к самому себе. Вот. Так что изменения, они были, они нарастали, и это произошло не за одну неделю. Просто, может быть, неделя стала, к примеру, ключевой, или неделя, может быть, стала решающей, но ни в коем случае не за неделю это происходило. Вот. Надеюсь, в данный момент вам понятно будет. Дальше, как мне его отпустить? Сначала понять, что удерживает вас. Чтобы отпустить, нужно понять, что удерживает. Ибо на данный момент, неясно, что удерживает вас, собственно говоря, с ним. По крайней мере, для меня не я. То есть, что здесь страх одиночества, что здесь потребность, там, к примеру, в чём-то. Или, может быть, еще какие-то вещи, вот, которые нужно разбирать. Но так или иначе, именно ваши какие-то противоречия, ваши некие потребности влияют на то, что вы не можете его отпустить. Дальше вы пишете следующее. Я никогда не смогу разлюбить этого человека. Откуда у вас такая уверенность, что вы не сможете его разлюбить? Почему вы считаете, или откуда вы уверены, что вы его сейчас любите? Потому что уже сейчас можно сказать, что ведете вы себя не как любящий человек, а ведете себя как, скорее, зависимый больше человек. А это все-таки не совсем любовь. Понимаете? То есть необходимо отделить любовь от зависимости. Необходимо отделить эти вещи друг от друга. В противном случае будут проблемы, и в том числе проблемы, которые вы имеете сейчас, а даже больше. Именно потому, что вы говорите, что я не смогу его разлюбить, у меня есть подозрение на то, что у вас имеет место быть любовная зависимость от этого мужчины. И если это так, то вам нужна терапия для созависимых. Вот. Вы можете в интернете сами посмотреть информацию по созависимости, я не буду сейчас вас ею загружать, чтобы вы лишней информации не получали. Вот. Не буду вас сейчас этим загружать, но просто скажу, что обязательно нужно, чтобы вы это посмотрели. Потому что, на мой взгляд, совершенно очевидно, да, что здесь идет искажение. То есть любовь, вы за любовь принимаете любовную зависимость. Вы за любовь принимаете нуждаемость человека. А это деструктивная позиция, которая, вредить она будет в первую очередь вам.
она будет в первую очередь вам вредить. Она не будет в первую очередь, да, вредить, к примеру, тому же мужчине, да, или другим людям. Вот. Дальше. Значит, как вы считаете, может ли это быть у него кризис? Нет, вряд ли это именно кризис, потому что в кризисе люди, как правило, не знают, что делать, и мужчина, он именно что делать, да, он знает. Он знает, что ему нужно, он знает, что для него необходимо, и, соответственно, я не думаю, что это именно кризис. Я думаю, что это скорее действительно определенные изменения. Я думаю, что это действительно определенные перемены. Вот, кризис все-таки выглядит немножко иначе. С другой стороны, я не исключаю того факта, что вы хотите, чтобы это было так. Вы хотите, чтобы это было кризисом, чтобы все вернулось как было. Но на это рассчитывать, к сожалению, не стоит, потому что, опять же, вы в этом случае зависите от другого человека. Вот. Понимаете, какая история. Поэтому, ну, рассчитывать на этот кризис нет, не нужно. А дальше идем, значит, следующее, то, что вы пишете. Может ли что-то измениться в этой ситуации? Может ли человек, для которого такое короткое время измениться? Так, ну, по поводу того, что за короткое время измениться, я вам сказал уже. А по поводу того, что может ли в этой ситуации что-то измениться, а что именно вы хотели бы, чтобы изменилось? То есть вы поясните, наверное, то есть что вы хотели бы, чтобы поменял эту ситуацию, чтобы, к примеру, мужчина вернулся к вам, допустим, вы этого хотите? То есть может ли он захотеть, к примеру, быть с вами? Вы это имеете в виду? Ага, ну, в принципе, да, он может захотеть быть с вами, он может захотеть вернуться, но только при условии, если вы не будете на него давить сейчас, если вы примете его позицию, если он увидит, что вы растете дольше тоже и так далее. Вот в этом случае, да, в этом случае может быть. Вот. Значит, что вам нужно? Что вам нужно? Вам нужно, в первую очередь, увидеть для себя потребности, которые вы пытаетесь удовлетворить через мужчину, к примеру. То есть это, пожалуй, вот первое. Что вам нужно? Почему вы не можете отпустить человека? Вот. И тогда. То есть свои потребности, свою субъективную сторону. Здесь нужно раскрыть. Дальше. Значит, поработав над
своими потребностями и разобравшись в том, что вам, собственно говоря, нужно, чего вы хотите, в этом вы сможете также заняться собой и своим личностным ростом, то есть проанализировать, к примеру, чего не хватает мужчине, проанализировать, что ему нужно, проанализировать, о каком росте он говорит. То есть, может быть, его не устраивает что-то в вас, может быть, его не устраивает... Там, ну, я не знаю, как вы живете, да, или там, может быть, все, да, то есть вариантов может быть очень много. И, соответственно, начинайте самостоятельно что-то делать, начинайте самостоятельно расти, развиваться и демонстрируйте ему свой рост и развитие. Может быть, найдя себя, да, вот если вы себя найдете, если вы себя будете развивать, если вы себя сами будете, к примеру, толкать, да, вот, то может быть и мужчина ваш, он тоже на вас внимание обратит вновь, и вы снова будете для него желанным партнером, вот. Но это не точно, потому что неизвестно, захочет ли он это делать или нет, неизвестно, пожелает он это делать или нет, вот. Но тем не менее. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Значит, как правило, у людей, которые чувствуют созависимость, они не обладают в полной мере границами, то есть четко проставленными границами между собой и другими людьми. Вот, поэтому обязательно обратите внимание на это, то есть на то, вот где грань между вами, да, и молодым человеком, к примеру. Граница ответственности, психологическая граница, граница личного пространства, вот, между вами. Вот это все на самом деле очень важная история. И только в этом направлении двигаясь, да, только в этом направлении двигаясь, вы можете на что-то для себя рассчитывать, что мужчину вы не потеряете. Но с другой стороны, если вы правильно истолкуете сигнал, который сейчас поступает от молодого человека, то вы займётесь собой, вам будет особо не до него, и кто знает, может быть, вы найдете себя, может быть, вы будете лучше реализовываться сами, и мужчина вам уже будет, в принципе, не нужен. Вот. Такое тоже может быть, и это на самом деле более чем реально, главное для этого что-то делать. Вот. Таким образом, совершенно точно можно сказать, что что-то в ваших отношениях вы делали неверно, что-то в ваших
отношениях вы, значит, ну, сформировали неправильно, деструктивно, вот, и другого человека это не устраивало, и он решил, сейчас он решил, что пора двигаться дальше. А что решите вы? Что вам мешает двигаться дальше? На чем базируется ваша привязанность к человеку? Вот об этом я рекомендую вам подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.